Всем привет, дорогие друзья, с вами Номик, это очередное неплановое видео. Вот, сегодня мы будем делать то, что вообще не стоит делать нигде, дома, на улице. Короче, мы будем делать большой бабах. И не повторяйте это дома. Что еще сказать? Сегодня мы будем разогревать подсолнечное масло и кидать в него воду, и пойдет какая-то реакция, и будет большой бабух. Короче, все вы увидите. Первым делом нам надо разжечь огонь, на котором мы будем разогревать наше масло. Также мы взяли шарики и набрали в них воду. А для того, чтобы их хлопнуть, нам понадобится лук и стрелы. Для нашего эксперимента мы взяли 3 литра подсолнечного масла и железную емкость для него. Но нельзя пренебрегать техникой безопасности, так как при проведении эксперимента пострадал наш оператор. Следующим нашим шагом стало выливание масла в емкость и установка его над огнем. Мы планировали, что нагрев масла не займет много времени, но на это ушло около 30 минут. И тогда мы решили проверить, нагрелось ли оно. И когда мы увидели результаты теста, мы решили, что пора переходить к самой зрелищной стадии нашего эксперимента. Было просто все круто, мне так все понравилось. У меня эмоции, честно, очень крутые, был большой бабах, как мы, короче, и думали. Вот, второй раз, конечно, жалко, что не получилось, потому что уже было очень много воды и все дела, вот. Ну, согласись, получилось круто, но не повторяйте это дома, потому что вы видели, какой был взрыв. Вот, так что нельзя. Только если за вами будет смотреть там папа, не знаю, тогда вот можно за нами смотрели, типа, Максик бедный бровь обжег. Вот. Ну, конечно, если вам понравилось видео, вы можете поставить лайки, 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 лайки. Если 100 лайков опять наберется, то следующий видос выйдет опять каким-нибудь взрывом. И подпишитесь на мой канал. С вами был Номик и мой друг Максик. Всем пока!